Шесть команд встретились в первенстве городского округа Щелково по мини-футболу среди общеобразовательных школ среди девушек 2009-2010 годов рождения. С отличным настроением юные футболистки подошли к предстоящим матчам. Я думаю, сегодня будут достойные соперники. Сыграем отлично, может, даже хорошо. Будем продвигаться дальше. Все девушки продемонстрировали хорошую техничную игру, ловко выполняли маневры и забивали голы. Многие из них уже давно в футболе и планируют развиваться в этом виде спорта. Ангелина Процай занимается уже 6 лет и играет за нападающего. Сначала я занималась с мальчиками, потом меня увидели, и вот пошла я с девочками играть. Хочется, чтобы пригласили в какой-нибудь большой клуб, там поиграть, попробовать. Ну а так, пока тут. Очередное первенство дало возможность девушкам показать себя и зарекомендовать для выступлений на более высоком уровне. Это как подведение итогов учебно-спортивного года. Мы подводим начало мая, конец апреля месяца для того, чтобы понять и выявить лучших игроков, которые будут участвовать в чемпионате Московской области за городской округ Щелково. Первое место в первенстве городского округа Щелково по мини-футболу среди общеобразовательных школ среди девушек 2009-2010 годов рождения заняла команда Загорянской школы номер 20, корпус 1. Второе место команда из Монинской школы номер 24. Третья спортивная школа «Старт». Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.